Запишись на свинки шоу. Всем привет, это канал Свинки Шоу, и сегодня к нам в гости пришла моя двоюродная сестричка Лиза, вернее, в гости к Арнольду и Толику. Лиза играется с ними, она уже их хорошо знает, не первый раз у нас дома, и решила для вас заснять, как же свинки реагируют на вот таких вот гостей. Лиза, поздоровайся с нашими зрителями. Привет всем. Тебе нравятся Арнольд и Толик? Расскажи, они разные на ощупь, по характеру? Да. Арнольд такой гладкий на ощупь, а Толик жесткий. Тебе кто больше нравится или оба? Оба. Классные, да? Да. Но Арнольда ты дольше знаешь. Ты к нам приходила, он еще маленький совсем был. Да. Скажи, он вырос? Да, он вырос. Лиза кормит их сеном, потому как я не даю сейчас укроп, не хочу, чтобы свинок баловали этим, потому что они потом будут у меня выпрашивать. У нас дисциплина, даже когда игры у нас. Так что вот такая я злая хозяйка. Арнольд совсем не боится, с рук ест сено у Лизы. А Толик трусишка прячется все время в домик. Да, малыш? Мне в комментариях писали, они не малыши. Для меня они малыши. Да, Лиза? Да. Арни совсем, смотри, как ручная собачка или котик. Хотела бы ты себе завести свинку? Не, я хочу котика завести. Ага. Ну, свинки это как маленькие котики. Ну, да. Арни совсем тебя полюбил. Видишь как? А Толик, тут опять знак цензуры надо ставить. Залез, а все свое богатство оставил на улице. Не буду показывать, что. Так что вот такие у нас гости. Часто спрашивали также, как свинки реагируют на новых людей, на гостей, идут ли на контакт. Как вы видите, вот, прекрасно общаются они с Лизой. А Толик, он всегда у нас пуглив. Мы сделали для свинок игровую зону такую, прогулочную. И сейчас Лиза их развлекает. Или они Лизу? Непонятно. Ворчат, ходят, общаются по-свински. Толик особенно у нас разговорчивый. Толик идет на контакт или нет? Не хочет, да? Да. Зато Арнольд, смотри, как полюбил тебя. Ой, Толик он наделал делов. Да. Они ж свинки. Да. И это простое сено, заметьте. Это не укропчик, не петрушка. Это просто сено Арнольд ест. Вот такой попрошайка. Я понимаю, если бы это укропчик был или травка какая-то вкусная. Просто сено. Толик боится. Арнольд не боится. Арнольд уже наелся и пошел тоже в дом. Это их любимый мостик. Ой, Толик покажет сейчас, как он умеет кушать свои дела. Свинки, кстати, этим отличаются. Это людям неприятно, но я рассказывала в одном из видео, что свинки могут... Есть свои грязные дела. Да, ну на то они и свинки. Арни, какой ты красавчик. Ты такой гостеприимный, ты встретил гостей, да? Теперь надо тебе, Лиза, приручить нашего Толика. Да. Может, ему больше бы понравился, конечно, укроп какой-нибудь. О, видишь как? Берет пример с Арнольда. Ворчит немножко. Ну, так вот гуляют наши поросята. Ну, не забывают гонять один другого. Вот Арнольд только что Толика пытался прогонять. Так что и гостей мы любим.
Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте нам лайки. Делитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И, возможно, вам повезет, и вы к нам придете когда-нибудь в гости. Толик, ты меня перебиваешь? Всем пока!